Перед началом я бы хотел сказать спасибо секте ящеров, если вы хотите меня поддержать. Ссылка на донат находится в описании, ссылка на мой телеграм и твич канал также в описании. А теперь к ролику. Какому нахуй кролику, блядь? Здравствуйте, дорогие мои господа, меня видно, как меня слышно, ребята, подсказывайте. А я теперь не плоский слишком, блядь? Вот настраивал картинку, по-моему, я теперь немножко сплюснутый, есть такая, да, хуйня? Нормик, да? Широкий дохуя, все, а вот так нормально? Ну, это наморфотный объектив, ебучий, хуй с ним разберешься, блядь, пиздец. Надо будет на другой объектив переходить, наверное, хотя наморфотный мне нравится стримить. Есть смысл, может быть, я в будущем куплю себе широкоугольный, морфотный объектив. То есть этот портретник, он стоит от меня на расстоянии, я не знаю, я еще два меня лягут. Вы вон там, видно вам? Вы очень далеко от меня. И надо будет это самое, ну короче, сделать, чтобы она широкоугольник был. Привет, Даня. С ПН у меня появился рыжий котик. Не за что, мило хуело. Назвала его Чапа. Теперь ты не единственный рыжий, на которого я трачу деньги. Ну Чапа go bang, рэм бэм бэм бэнг, как говорится. Как говорят у нас на родине, Чапа go bang, рэм гэнг гэнг гэнг. Да, что вам рассказать-то? Я забыл, я донаты включил, я вчера на концерт Dead Blonde ходил. Ну как, у нее день рождения было, дефис, концерт, я пришел, ну там надо было в пижаме приходить, я в принципе в пижамных штанах пришел и в свитере Славы Мерлу. Кстати, бля, я не знаю, найду сейчас этот ролик, ну у меня в телеграме, сейчас я его покажу. Короче, знаете, что я обнаружил? Короче, мы как сделали, я решил сделать небольшой перформанс, она выступала на сцене, ну это был договорен, ну она как бы сказала, если хотите выходить на сцену, то вообще никаких проблем, выскакивайте, когда захотите. И мы с пацанами, я говорю, давайте, а там стояла кровать на сцене, я говорю, давайте мы прыгнем на кровати, будем очень манерно драться подушками. Там Диса должен был раздеться, но он зачковал, блядь. Ну и вот, этот видос я смотрел, смотрите. Короче, там жарко было, и этот свитер, я понял, на пояс натянул. Ну вот, короче, чтобы... И, короче, этот тузик выглядит... Сейчас будет рак. И смотрите, этот, короче, тузик, смотрите, на жопе, как хуй выглядит. Смотри, как хуй на жопе, блядь. Чё за хуйня, блядь? Смотри, как хуй реально, нахуй. Бля, меня Слава Мерлоу затроллил, блядь. Я вам серьезно говорю. Ну, видео можете в телеге посмотреть. Что мне делать с этим микрофоном? Ой, с этой ОБС-кой, я не знаю. Наверное, заново, блядь, удалять, заново все настраивать, сидеть, блядь. Вот мне нахуй делать нечего вообще этим заниматься, блядь. Я постоянно, я не знаю, что с этой хуйней делать, реально. А если я ОБС удалю, обратно поставлю, чё, а вдруг ничего не поменяется? Это вообще же разъёб будет. Просто великолепно, блядь. Шур особо уделять. Да нет, это не Шурик, короче, он тут не виноват. Сейчас я посмотрю, может, у меня битрейт у карты вообще другой, чем в ОБС. Может быть, из-за ошибки дискредитации. Хотя он должен хрустеть, по идее. Да, 48 тысяч, все нормально. Он бы хрустел, а не лагал так. Старую версию скачай. Короче, да тут вообще можно, но просто тут очень много прикольчиков всяких, знаете, в новой версии, которые мне лично удобны. Поэтому, блядь, конечно, надо бы старую версию. Она реально самая, ну, по факту, она самая стабильная, самая нормальная. Ну, блядь, там прикольчиков очень много всяких. По-моему, переходы нельзя вот эти делать. Вот это с котиком, видите, мой переход. По-моему, на старой версии такое нельзя делать, если я не ошибаюсь. Вас не про... Да пошел нахуй! Правильно, футболка одета! А нет, не про... Сука, блядь! Ребят, я просто, понимаете, я настолько сильно к вам спешил. Где музыка? А, вот. Я настолько сильно к вам спешил, что неправильно футболку надел. Вы должны меня понять, понимаете? Сижу, ругаюсь, реально. А я думаю, что вы неправильно? Я думал, типа, ну, этикеткой сюда, поняли? Где вот здесь спина должна быть. Я проверяю, смотрю, этикетка сзади. Думаю, а что вы доебали? По-моему, смотри, у меня швы здесь. Ребят, я просто очень сильно к вам спешил, реально. Я вот проснулся и только о вас и думал, как я с вами встречусь, как я с вами поговорю. Как проведу стрим, и это для меня все очень важно было, и поэтому я очень сильно спешил. Еще нас обосрал. Так я вас и так обосру. Вне зависимости от футболки, блядь, аж не переживайте, ребят. Всегда найдется для меня, ну, у меня найдется немножечко грязных словечек, блядь, для вас. Грязная бумажка. Договор подписан. Это не на конкурс мадеров, просто поприкалываться. Ой, заработал, блядь. Ой, соизволился, блядь. Да в пизду, меня заебала эта хуйня. Она иногда, блядь, перестает, да, вот этой хуйней заниматься. А иногда просто подряд, как пулемет ебаный, этот микрофон отключать невозможно, блядь. Как мне нахуй стримить с этой хуйней, блядь? ОБС говно ебучее, блядь. Сука, дерьмо, нахуй.
блядь, мне горит жопа, блядь. Надо какой-нибудь стримлапс переходить или что там, есть какие проги, надо изучать новые, в пизду, я ебал в рот, блядь. Это невозможно, блядь. Ну, короче, надеюсь, если будет микрофон так отъебываться, на стрим не получится, это просто невероятное говно. Он иногда да, иногда работает, иногда нет, блядь. У меня еще времени нет его нахуй нормально настроить, блядь. Параша ебаная, блядь. Сука, и настроение мне сразу испортится, бля, въебать хочется создателю ОБС, прям переебашить нахуй. Чекни провода, да сам чекни провода, на которых мать твоя висит, блядь. Чё ты мне нахуй сидишь совет раздаешь, блядь? Чё вы осуждаете, блядь? Агрессия? Да вы сидят своими советами ебучими, вот больше всего мне нужен твой совет ебаный. Проверь провода, сидит эксперт нахуй, мамин, блядь, на диване нахуй. 5 лет, блядь, с дополнительных этих, блядь, заданий вернулся нахуй, сидит мне объясняет, блядь. Я ему 50 раз сказал нахуй, говорю, у меня ОБС лагает, ни в микрофоне дело, ни в аудиокарте, ни в чем. Лагает, блядь, ОБС, проверь провода. Естественно, он меня, блядь, бесит нахуй, я эту хуйню прочитал, у меня жопа горит, блядь. У меня 3 высших образования. Нихуя у тебя нету, блядь. Привет, нет, из электростали от Артема Артемова. Рад видеть тебя. Просто мы будем твоё проверять, насколько ты часто сидишь. Твоё вчерашнее появление на концерте Диад Блонди удивило всех внезапностью. Договор подписан. Спасибо большое. Международным спасибо. Днём цыган. Данила. Ежедонатный факт. На 1 квадратный сантиметр кожи находится 100 болевых точек, а всего около миллиона. Да, это нервы называется. Спасибо большое. Договор подписан. Которых у меня нету нахуй уже. Возможно, недостоин жизни. Но моих денег достоин. Как всегда, секс. Хорошего стрима. Спасибо большое. Цветокор, бомба, все норм. Спасибо большое, ребята. Ну, хоть... Ебать того в рот, блядь. Нет, эти песни бесит. О, ребята, а вы тут? Ну, давайте продолжим. Бля, он каждую минуту отъебывает. Он каждую минуту 2 отъебывает этот микрофон. Это же пиздец. Привет, папа. Мы с Юширой снова тут. Да, я просто заново до нас включил. Смотрим тебя. Хорошего стрима, отличного настроения. Ты наш любимый балбес. Спасибо большое за пожелание отличного настроения. Оно уже лучше. Спасибо большое за донат. Здравствуйте, Данияр. Подписываю с вами донатный договор. Слежу за спасибо вами с 2017 года. Лучший инстаграм аниме бит 13. Это хорошего правда. Хорошего стрима, балбес. И тебе тоже. Юна, спасибо тебе большое ем за донат. Ем гуляшек по твой стрим. КС, ты куда кабанчик? Приятного аппетита. Кабанчик у меня в соседней комнате договор в зале лежит. Подписан. Спасибо большое за донат. Даня, привет. Расскажи, привет. Как дело, чего нового, блин, чатику тоже привет. Да, хорошего слушай, стрима, кушайте, много кашу, чего нового, спасибо маму за вопросы. А у тебя как договор дела? Подписан. Сижу в тильте и грущу, пиздец, поэтому а отдаю свои копеечки на сохранение. Спасибо договор большое, Крис Хипокрай. Данечка, за солнышко, донат. Когда мерч, когда поедешь в МСК с концертом? Скоро! Не могу без тебя. Спасибо слушай за хороший вопрос, интересный договор очень, спасибо. Подписан. Я люблю вопросы про концерты, спасибо. Скоро. Элеонора, спасибо тебе большое за 200 рублей. Договор. Дай тебе бог здоровья, счастья, благополучия. Родной, хорошего стрима. Любим тебя. Стрижечка отпад. Машуня. Иди нахуй. Спасибо большое. Я схожу. Аноним, спасибо большое за 500 рублей. Дайте бог здоровья. Сосик, тебе тоже удачного стрима. Ребята, всем позитива, добра. Удачного стрима. Ребята, такое хорошее настроение. Давайте просто все обнимемся, хуй знает. Зачем, куда? Ребята, давайте просто обнимемся в честь такого хорошего настроения. Охуительное, охуительно тебя чувство, ребята. Спрашивайте меня, вот как, вопросы какие-нибудь задавайте мне про концерты, можете мне какую-нибудь еще хуйню спросить. Я на все отвечу, потому что почему бы нет? Здорово, сырник. Меня не было дома больше суток, но я приехала чисто ради твоего стрима. Потом опять поеду тусоваться. Давай развлекай, короче. Ну давай, чтобы не спилось только. Спасибо, бля, реально помогло. Привет. Хотела спросить, что имя? Салам, Дань, мы так рады тебя видеть. Чачу, привет, хорошего стримчика. А я теперь твой лучший друг.
Договор подписан. Ку, Даня, за эти... Я не знаю, как мне дальше стримить, без шуток, я не знаю, как мне дальше стримить. Он не работает, блядь, это ебучий ОБС, он лагает. Вообще, знаете, что я могу? Вы можете здесь остаться, я могу выключить ОБС и включить, и, возможно, это исчезнет. Может быть, пару раз за стрим отъебнет микрофон. Но, короче, может, заработает. Если хотите, просто оставайтесь тут. Останьтесь тут, короче. Давайте, буквально секунд 10 я, короче, перезапущу и попробуем заново. О, перезагрузилось, реально, получилось. А... Видосы поделились, да? Трансляция на две части поделилась записи. Вроде не поделилась, а может поделилась. Да, походу поделилась. Или нет? Ну, посмотрим, короче. Таймер с нуля пошел, да? Ой, как мне это все нравится. Ой, как я хорошо живу, блядь. Полный пиздец, нахуй, да. Привет из Кемерово. Можешь ли ты ответить, какая любимая марка машины? И будешь ли ты смотреть Кадиллак 16 из старой серии? Нет, наверное, там, ну, душновато же. Точнее, я их все видел. Все, короче, надо заканчивать. Сорян. Я сделал все, что мог. Абсолютно все, я сделал все, что мог. Не получится. Бро, тебя кто по рукам пиздил? Спасибо большое. Да, блядь, ты про какие? Я хуй знает. Короче, у меня, может быть, дома кто-то завелся. Чешо, короче. Я вам серьезно говорю. Я весь, блядь, где у меня эта хуйня? Я весь в царапинах, короче. У меня все больше и больше их становится. Какие-то царапины, поняли? Синяки, короче. Вот помните, как в этом, в паранормальных явлениях она просыпалась постоянно, у нее все больше и больше царапин становилось, как будто ее ночью пиздили. У меня такая хуйня, вот уже какой раз, короче. Мне какие-то царапины, причем жесткие. Мне на лбу. Во! Это я просто стер уже. На лбу вот здесь вот, короче, кровища была. Пиздец, нахуй, нихуя себе. Я говорю, какая-то хуйня, что-то мне, блядь, пизда, по-моему, блядь. Полтергейст, блядь. Привет, какую звуковую карту и микрофон посоветуешь для новичка до 10к? Ща в магаз ходила, стрельнула бомжу сигарету. Спросил, слушаю ли я русский рэп, и начал затирать мне, что он рэпер. Мнение. Это Алишер был, Моргенштерн. Ха-ха, бля. Да не настолько спешил на стрим, что сбежал с тюремный ужин и забыл сменить робу. Договор подписан. Посоветую звуковую... С камбэком, не говорите, блядь. Сейчас у меня тут ничего не настроено опять, слышно, да? Ну, надеюсь, что сейчас все хорошо будет. Написал Дрейк, говорит, что у тебя там? Я ему рассказал, он говорит, удали весь ОБС, типа, с корневой папкой и перезагрузи... Ну, перезагрузи... SWP Audio Capture, not registered. А он не удаляется полностью, вообще полностью не удаляется. Просто понимаете, я не знаю, что мне делать с этим. Понимаете, у меня нету, блядь, ничего, вообще ни идей, ничего. Я не знаю, что мне с этим делать. Просто стримить перестать или что мне делать? Что мне сделать, чтобы у меня нормально все работало? Чуваки, я ничего не могу сделать с этим. Вообще. Вообще. Бля, могу Mac откатить до заводских настроек. Все проекты нахуй послать с музыкой. Похуй. Ну это вообще хуйня, я даже не знаю, просто мне переставать стримить, что ли, или что? У меня нет вообще никаких вариантов, как мне это исправить. Никаких, вообще никаких. То есть я все сейчас обдумал, все пролазил. Сейчас поставил более старую версию, это все равно проблема. Я заходил на сайт, чтобы вы понимали, у Юада, которые аудиокарту мы выпускали, они вообще в Россию забанили нахуй. Ну, чтобы вы понимали, я туда только с VPN могу зайти, это раз. Но я сейчас зашел. Но, как говорится, хуй в жопу вошел, блядь, да? И там нету, ну, то есть там нету драйверов у него. Он не так работает. Вчера очень долго со всеми фоткался после концерта. Очень милый восклицательный знак один. Спасибо. Было. Даже спрашивал, не холодно ли. Спасибо большое. Да, вот такой охуенно, ничего Данила, с собой поделать не добрый могу. Добрый вечер. Почему ты перестал с компа своего стримить? Упустила как-то этот момент. Ты молодец. Творческих успехов тебе, да. Прости, скипнул просто, у меня не сразу скипается. Спасибо большое, Маруся. Перестал я с iMac'а стримить, потому что я все перенес на свой ноут. Чтобы мне удобнее было, понимаете? Если я поеду куда-то, типа, ну, в другое место, да, какое-нибудь, блядь, вне своего дома, я могу там и постримить с него, и музыку поделать. Поэтому мне неудобно было на два компа работать.
Только из-за этого. Так-то iMac вообще великая, конечно, технология, пиздец. Концерт Ларисы был просто охуительным. Папа на самом деле в жизни добрый и ни одна камера не передает. Насколько милый меньше, чем 3D, я подсос. Спасибо большое, но я гнида, не верю, не верю слухам. Да не, я спокоен уже, все, абсолютно спокоен. Да я не сильно горел, у меня, знаете, у меня просто отчаяние, знаете, такое. Аник, спасибо тебе большое за 500 рублей, дай бог здоровья. У меня уже, знаете, отчаяние просто, я уже такой... После этого ПС нужно на консультацию к психологу, изъясно. Есть такое, блядь. Всем похуй, иди нахуй. Спасибо большое, Дин Николаева. Бля, ребят, вот донаты включаю, вообще наслаждение просто. Привет, Дания Чачу от культа срущего ежа. Че там по посылочкам стоит ожидать сегодня? Не, сегодня нет, у меня там, у меня одна посылка только лежит дома. Мне одну только принесли, но она большая коробка. Ну просто надо же, наверное, несколько. Тут ролит отца и выход. Есть. Так я не пила и сегодня не собираюсь. Хорошо проводить время и тусить можно и без алкоголя. Ты плохого мнения обо мне. Хап-тьфу, бля. Ну ты смотри, смотри, блядь, здоровье убьешь свое. Ну ладно. Не мое дело, как говорится. Шашлычка бы и не говорите, блядь. Давайте ИРЛчик с шашлычком прямо сейчас, нахуй. Привет. Даня. Один. Хорошего стрима. Давайте я один поеду на шашлыки. Моего... Милых Уилна, спасибо большое за 500 рублей. Даня, я как твоя подружка считаю важным поддержать тебя такой красивой суммой. Всего наилучшего. Спасибо большое. Счастья, здоровья. Обнимаю. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, что вы все донатеры еще тут, потому что Даня, будет неприятно, Данечка, если вы сдонатили и не увидели. Тебе слава богу, микрофон раз, не лагает еще. Пропал. Это КРЧ байт на еще один донат, я так понимаю. Байк уже не ебанет, звук больше. Я на самом деле специально, ребят, я специально... Короче, я сам микрофон делаю, но я просто вот так. Так вот, короче, делаю и... Ну и, короче, вы байтитесь на донаты, на самом деле. Вот в чем прикол. Но я вам реально секрет рассказываю. Привет. Не думал обкатывать на концертах Лил Зенила? Не думал. Если стрельнет проект, тогда сделаем ему отдельно. А если нет, то нет.